Выставка «Форум Россия» на ВДНХ продолжает привлекать к себе все больше жителей и гостей Москвы. Концепция выставочного стенда «Карачаево-Черкесия» представлена под тематическими названиями «Ближе к звездам», «Ближе к горам», «Ближе к людям». Чем удивляет посетителей экспозиция «Карачаево-Черкесия» в репортаже Аллы Динаевой. Выставка «Форум Россия» на ВДНХ в Москве – это наша большая страна в миниатюре. Колоритный и увлекательный стенд Карачаево-Черкесии продолжает знакомить гостей выставки с нашим регионом. В эти дни посетители могли прикоснуться к народному декоративно-прикладному искусству. Два дня мастер-класс «Традиции гор» по изготовлению войлочных изделий для гостей провела творческая семья ремесленников Узденовых. Глава семейства, известный не только в Карачаево-Черкесии, но и на Северном Кавказе, художник-прикладник, изготавливающий керамические и войлочные изделия Амин Узденов. Свой первый, правда, миниатюрный двусторонний карачаево-балкарский киис, ковер, изготовила Татьяна из Удмуртии. Карачаево-балкарский двусторонний ковер, который старину стелили на пол, на земляной пол, который не проходило через него, был он огромный, 3 на 6, и рисунок был очень интересный. Желающих познакомиться с техникой войлока было немало. Этот вид искусства в последние годы переживает свой ренессанс. Ирина из Санкт-Петербурга тоже попробовала свои способности в валянии войлока. Я люблю Кавказ, я люблю горы, я часто там бываю. Также мне показался интересный мастер-класс, не просто делать поделку, а сделать свой собственный ковер. Такого я нигде не видела. Хочется попробовать, узнать что-то новое и пообщаться с интересными людьми. Музыкальный мастер-класс от семьи Кирбижевых из Хабецкого района прошел на ВДНХ в рамках работы Всероссийского семейного форума «Родные любимые». Зулета Кирбижева и трое ее детей рассказали гостям экспозиции о музыкальном искусстве народов Карачаево-Черкесии, продемонстрировали традиционные национальные инструменты, исполнили старинные мелодии и их современную интерпретацию. А семья Евдокимовых из Усть-Джигуты участвовала в форуме «Родные любимые» в конкурсе «Династии России. Семейное шоу талантов. На все руки мастер». Об истории кавказских танцев, которые являются неотъемлемой частью культуры региона и отражают богатство и разнообразие народов, проживающих в гостеприимной Карачаево-Черкесии, рассказали посетителям. А солисты театра танца Государственной филармонии нашей республики, заслуженный артист Карачаево-Черкесии Азамат Ионов и Анна Качкарова исполнили несколько танцевальных композиций, которые завораживают грацией. В самобытной культуре народов Кавказа интерес растет, а после выставки «Россия» знающих и желающих лучше узнать богатейшую духовную культуру, традиции, историю народов, проживающих в Карачаево-Черкесии, несомненно, станет только больше. Алла Динаева, Вести, Карачаево-Черкесия, Москва.